Полосатые мангусты стали чаще выбегать из своих вольеров в ленинградском зоопарке, чтобы насладиться весенней погодой. Кадры активных животных сняли сотрудники учреждения. Как сообщили в зоосаде, мангусты являются одними из самых работящих животных. Зверьки любят рыть и копать землю, из-за чего все их декорации в вольере выглядят разрушенными. Отдыхать зверьки предпочитают на улице, особенно в хорошую погоду. Мангусты ложатся на полочки и наслаждаются весенним воздухом.